бессмысленная мера запрета абортов, реклама абортов быть, конечно, не может, это странная история. Наоборот, конечно, должна быть социальная реклама, та, которая нацелена на повышение рождаемости и на сохранение детей. Это безусловная ценность, даже нечего обсуждать. Запрещать аборты, ну, все специалисты, все врачи, все, так сказать, внятные люди, все знают, что чем это заканчивается в любой стране, где запрещаются аборты. Начинаются нелегальные аборты, начинается туризм медицинский в другие страны, где это возможно сделать. Ничем хорошим это не заканчивается, и это нисколько не повышает рождаемость. Нужны позитивные меры, направленные на повышение рождаемости, а не запретные. В этой сфере запретные меры не работают.